Совсем недавно мы освещали тему появления в нашем городе нового учебного заведения – Дагестанского профессионально-педагогического колледжа. Уже сегодня его двери открыты для новых абитуриентов и с радостью ждут желающих познать азы прекрасной профессии педагог. Дорогие абитуриенты, мы вас приглашаем учиться в нашем учебном заведении. На сегодняшний день Дагестанский профессионально-педагогический колледж является единственным колледжем в городе Каспийск, который готовит по педагогическим направлениям. На сегодняшний день государство выделяет большое внимание именно по педнаправлениям, и об этом говорится много, и я уверен, что среди наших каспичан есть дети, которые бы хотели посвятить себя именно образованию, учению детей. В действительности, в настоящее время профессия педагога считается очень востребованной. Но если раньше у каспичан не было возможности обучаться этой специальности в родном городе, то на сегодняшний день у них появился уникальный шанс в шаговой доступности. Об этом заведении я узнала от знакомого преподавателя с гимназии. Им в школу принесли буклеты от этого колледжа. И она сказала, для чего туда ехать, в Махачкалу, когда здесь открывается. Как признаются сами абитуриенты, появившаяся возможность действительно облегчает им жизнь. Да, я знала, что в Махачкале тоже педагогический колледж есть. Я думала туда поступать, но мне было неудобно, так как я здесь живу. И потом я узнала от знакомых, что здесь тоже открывается. И я сразу решила сюда поступать. Зачисление в колледж производится на основании конкурса документов об образовании по его среднему баллу, а весь необходимый перечень указан на сайте учебного заведения. Сам процесс сбора и подачи документов не занимает много времени, а ответы на все необходимые вопросы можно узнать по телефону приемной комиссии, на сайте или непосредственно на месте. Дагестанский профессионально-педагогический колледж принимает абитуриентов по следующим специальностям. Это дошкольное образование, преподавание в начальных классах, право организации социального обеспечения с квалификацией юриста, а также у нас есть специальность социальный работник. Такое направление, как социальный работник, дает огромные возможности для учеников, которые не смогли сдать успешный ЕГЭ в 11 классе. Хочу отметить, что социальный работник на базе 11 класса у нас год обучения, то есть это позволяет ученику, который по тем или иным причинам не смог сдать ЕГЭ, поступить к нам, за год получить образование и уже без ЕГЭ поступить в высшее учебное заведение. Инвестируй в знания и в свое будущее. Именно под таким лозунгом планируется обучение новых светил нашего города. Действительно, знание и желание делиться этими знаниями – это огромная сила. Мне нравится работать с детьми, и я люблю преподносить им то, что я знаю. И даже когда я была в начальной школе, у меня была моя первая учительница, Зинаида Ибрагимовна. Я ее очень любила, люблю, и она могла найти подход к каждому ученику своему. То есть я до сих пор помню ее, и я хочу, чтобы мои будущие ученики также обо мне вспоминали. Именно поэтому все желающие могут обучиться такой прекрасной профессии, как педагог, и имеют все шансы стать ближе к мечте на территории своего родного города. Данное учебное заведение находится по адресу улица Алферова, дом 2. На сегодняшний день у нас продолжается прием документов по всем специальностям. Прием документов у нас осуществляется до 15 августа. Приемная комиссия работает с 9 до 17.00. Понедельника по пятницу. Суббота у нас сокращенный день с 9 до 13.00. Мы вас ждем, приглашаем, приходите.